Продать плоды своего труда фермеры в Улан-Удэ могут легко. Более 10 лет торговые места для них предоставляют на рынке СМП-398. Новых партнеров здесь ждут с нетерпением. У нас имеются свободные места, приглашаем всех желающих. Также фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Также у нас свободные места под колбасные изделия, мясо, ливер, рыба, птица, овощи и фрукты. Не так давно открылся торговый комплекс «Колхозный». Здесь также предоставляют полностью обустроенные площадки для фермеров, склады и морозильные камеры. Пока здесь тоже немноголюдно, но уже осенью на этих площадках развернется активная торговля. Для сельчан и городских огородников совершенно бесплатно выделят около 150 мест. Мы приглашаем всех желающих принять участие в осенней продуктовой ярмарке, которая будет проходить на территории ритейл-парка «Пионер», торговый ряд «Колхозный», где каждый горожанин сможет приобрести свежие и натуральные продукты с огорода, дары природы, ягоды, орехи, мясо, молоко. Ко дню города в 102-м квартале откроется рынок «Октябрьский». Это еще 100 полностью оборудованных мест для фермерской торговли. И совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, значит, мы готовим сейчас проект трехстороннего соглашения, который будет подписан между администрацией города, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и муниципальным образованием, районами Республики Бурятия. Это соглашение сделает взаимодействие города и села еще активнее. Софья Евдокимова, Виктор Еланцев, Новости дня.